Здорово, меня зовут Паша, и у меня... Жопа горит! Почему так? Вчера я решил собрать, наконец, скопившуюся гору миниатюр, потому что я ленивая жопа, и у меня много всего накопилось. Так вот, в гору вошли Wild West Exodus, Warhammer, Aliens vs. Predator и стартер Офелии по Малифо. Будь он не ладен. Давайте я представлю вам спонсоры сегодняшнего моего горения. Это нации зомби Снейк. А вот свинка Джузеппе. Это почти как свинка Пеппе, только на член не так похоже. Но у свинки Джузеппе есть своя изюминка. Итак, у меня есть гигантская змея размером, наверное, с 2-3-этажный дом. И свинья. Змея. Свинья. Уважаемые знатоки, как думаете, что объединяет эти две миниатюры? Правильно, у них у обеих по 10 деталей. Здесь 10 и здесь 10, Карл, деталей у свиньи, которая меньше моего ногтя. Мой ноготь комплексует, когда видит размер этой свиньи. Ему больно. За что, верды? Ну ладно, горело у меня преимущество не со свиньи. Вы же понимаете, что в стартере Офелии ни одна миниатюрка. Не только мой любимый Джузеппе, но еще ряд прекраснейших моделей. Так вот, для сравнения возьмем... Бур! Здоровенный! Здоровенный бур! Из ВВЕ того же. Бур. И Реми. Надеюсь, нормально видно. Хоть у меня руки, как и алкашка, трясутся. Но не суть. Товарищи знатоки, вопрос номер два. У какой из двух моделей деталей ровно в два раза больше, чем у другой? Ты знал, красавчик, ты знал. 6, 12, 12 и 6. У него даже его сраный говнострел состоит из, сколько там, 4 деталей. 4 деталей у миниатюрки, которая размером, ну, чуть больше фаланги моего пальца. 4 детали у оружия. Я с огромным удовольствием хотел бы посмотреть на человека, который решится лить Малифо. Не знаю, на кой хрен, но если вот он вдруг решится, удачи тебе, друг. Бог в помощь. Если что, я не поощряю лечебу лифов. Я думаю, где-нибудь в аду есть специальный отдел с конвейером, где сидят самые ужасные люди за всю историю человечества. Вот прям редкостные отморозки. И демоны заставляют их собирать стартера Гремлина. Потому что со стартерами, не знаю, Неверборнов у меня такого проблем не было. Сидят они, значит, собирают Малифо. И такие, можно нам, пожалуйста, металл раскаленный заливать? А другие такие, а можно нас вот... кактусом будут насиловать и вот острейшим перцем будут поливать. Такие демоны, нет, не заслужили, мрази. А, у меня еще 2 красавца есть. Так вот, смотря на их рогатку, вспоминаются люди, которые всегда мечтали иметь тетиву, скажем, у эльфов из Fantasy Battles. Идите в жопу, мазохисты. Ну ладно, это я прикапываюсь, так-то там и клевые миньки есть. Например, вот гадящий гремлин, я ему еще какаху налеплю, вообще шикарно будет. 18 плюс видео. Ну и вообще, я, конечно, утрирую. Я хоть и погорел при сборке, но Лифо все равно клевая игра. Я собрал уже довольно-таки много стартеров, и вот такая проблема только с этим стартером. Также и Сомера собирал и красил, и тоже ничего было. Прорвемся. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Не горите. Пока-пока.